Что, Миша, на этой березке поставим с тобой? Да давай. Так, ну примерно, наверное, вот так. И наискосок. Возьмем травинку. Вот сюда, раз. Ну вот, и сок капает. Поставим бутылочку, на обратной дороге попьем соку. Пусть стоит. Ставим бутылку, Миша, ставим. Ну да. Вот туда ее, да. Все. Друзья, всем привет. Всем привет. Мы с Мишаней в лес по грибочке приехали. Поставили сок березовый пока при входе там. Ну, а сами сейчас направляемся вглубь леса. Погуляем, нам попить будет потом сок. Да, Мишанька? Ну да. Надеемся, грибы есть. Посмотрим. Пойдемте, друзья, вперед и вместе с нами попутешествуем. Первый грибок Мишаня нашел. Брать не будем. Саркоцифа алая, друзья. Красивый грибок, тоже весенний. Такие грибы. Интересные они. На вид такие плюшечки. А зачем он один грибок? Ну, да. Я ни разу даже их и не такой пробовал. Прикольный. Прикольный такой, как чашечка. Ну, мы здесь вот смотрим папа, первый. Еще одна. Еще, вот еще одна, ребят, смотрите. Оказывается, не одна. Ой, да, кстати, я вспомнил. Они больше на палочках растут. Смотрите, видите? На палочку наступил. Вот как интересно растет, смотрите. Красиво. Если я не ошибаюсь, она краснокнижный гриб, да? стала, да, и как бы нельзя собирать. Так что надо посмотреть внимательно. Пойдем, Мишань? Погнали. Здесь вот в этом районе обычно сморчки. Но сморчков еще нету здесь, рано еще пока. За ним мы сюда еще вернемся. А пока мы с тобой, наверное, отправимся за строчками, да? Кругленькие такие. Кругленькие. Ну что, мы в нашем березничке. Я хочу на наше место дойти, на то, на которое я люблю ту поляну, место. А Миша на рыбалку ходил, да, с утреца. Расскажи нам, как у тебя сегодня рыбалка? Ну, нормально, 5 рыбин поймал, маленьких таких, и все. Маленькие, да? Да, ну, маленькие. А вот с утра рано встал, сегодня, да, 6 утра. С пацанами, с друзьями ходил. Рано, даже 6 еще не было утра. Они с пацанами на велосипедах. Что там, не гриб? Нет. И они рано-рано сегодня на рыбалку. Говорит, поймал 6 плотвичек маленьких. Ну, небольшая. Небольшая, которая. Ну, мы не поймали трубку. У них там пикник, поэтому подустал маленько. А я говорю, поедешь за грибами? Говорю. Говорит, поеду, дождись меня. А я хотел с утра поехать. Говорю, ладно, поедем. Тогда я позже. Говорит, поеду, конечно. С утра здесь лосей слышал, Миш, прям так кричали. Потом к машине подошел, они там еще кричали. А вот сейчас там шли, там следы были. Говорит, ну, я здесь выходит частенько. Так, Миша, нам еще дальше. Здесь я обычно не особо-то жду грибы, я дальше их жду. Мишаня, первый. Вижу, красивый. Вот, ребят, первый. Строчки. Так, я без ножка пока возьму, ножку в кармане. А, он, видите, как обламывается хорошо. Какой строчочек. Строчочек, Мишань. А ты внимательно здесь еще. Еще должен быть, они обычно по одному, да, растут, так-то. Все, этот район, это надо уже смотреть. Где березняки валяются, где гнилушки валяются. Хотя вот это просто без всякой гнилушки рос. Вот тут пройдись, Миш. Я вот тут или наоборот, как хочешь. Какие-то грибочки, Миш, интересные. Походу поганочки, но они интересные, смотри, друзья. И какие красивые. Такие стоят, мрачные такие. И вот с ними еще один. Мрачные грибки, грибки. Кстати, вон там много таких. Такие грибы я не знаю. Может, съедобные. Но закон грибника. Не уверен, не знаешь, что за грибы, не бери, иди дальше. Пройди мимо, не жадничай, ни в коем случае. Вот такие гнилушки валяются, должны бы они здесь быть. Но пока не вижу. А? Ты слышишь? Гуси вроде летят. Сейчас, Миша, иду к тебе. Не, Мишань, ты нашел. Те, где я оставлял, я их пока найти не могу. А. Это ты нашел, Мишань. Срывай тот. А я вот маленький, правда. У нас там холодильники лежат. Мы как раз с теми соединим. И будет у нас хорошая жареха. Вот маленький, такой. Но зато красивый. Подчиним тебя, Мишань. Спасибо. Сезон грибов открыл. Так, вот здесь посмотрим еще, значит. Видишь, маленький пока здесь. Надо еще, конечно, подождать надо, друзья. Еще надо подождать. Немножко. Ну, нам уже не сидится. Уже хочется
в лес, быстрее гулять. Миш, вот желтенькие цветочки вот эти. Красивые. И такая красиво тоже по-своему растут. Их помню много здесь должно быть, такие поляны. Потом еще такие синики пойдут здесь, где сырости больше. А тут у меня где-то могучий муравейник где-то здесь. Пойдем, я покажу его. Ты любишь муравейники? Ну да. Ты с ними дружишь? Нет. Будешь их приручать? Можно. Можно? Они мишку не кусают. Вот здесь попадаются обычные грибы, но пока их нету, потому что, наверное, нет. Хотя странно, я маленькие оставлял грибочки, вот здесь вот. Может, кто-то прошелся, и в том месте их нету уже. Вон, Миш, муравейник, могучий. В этом муравейнике, кстати, грибы попадались. Но пока их тоже, походу, здесь еще нет. Че, миллион их здесь, да, Мишань? Ты дружишь с ними? Миша с ними знакомится, смотрите как. Ну, покажи нам руки теперь. Смотрите, друзья, переверни их ладошки к нам, покажи. Переверни сюда их ближе. Смотрите, друзья, вообще все. Не больно. Кусаешь? Только муравьев жалко. А ты их просто тряхни потом и все, аккуратненько, резко. Раз. Они, видишь, иногда кусаются, иногда нет, пока не чувствуют угрозу. О, кусаются уже. Кусаются, все, значит, почувствовали угрозу. Да ладно, не будем муравейник тревожить, пусть они живут. Они здесь, ух, у меня уже на ногах сколько их, и я тоже. Вот если заползут, Миш, это будет номер. Начнут кусаться, пойдем отсюда. А вот еще, смотри, какие красивые цветочки. Не цветочки, такие красивые, на болотах первенькие. Понюхай. Да, фуй, аж в нос дала. Кислота муравьина, а ты резни руку сейчас. Да ну. Она кисленькая будет. Муравьиная кислота. Ну все, зато много стало. Ага. Опа, аккуратнее, Миш, переходи. Пойдем там еще на полянку сходим. Там я не был в этом году еще. Догоняй, Мишань. Вижу пару грибочков. Вот он один, ребят, под кустиком. Вот он. Это у нас сморчок. Кто-то говорит, что только вот я вот эти грибы беру, многие говорят. Ну, они в книжке пишутся, что вот эти грибы вообще безопасные. Это сморчок. А строчок якобы менее ядовитый, но съедобный. Ну, все мы едим. Мне кажется, они одинаковые грибы. А вот еще один. Вот он. Они только начинают на бугорках еще вот. А я пока не вижу. Видишь, а вот и он маленький совсем. О! А? Есть. Тоже нашел? Да. Нет, этот маленький не будет труп. Покажи-ка мне, Мишанька. О, Мишаньки. Видишь, а я тут не видел. Да, такие маленькие, махонькие. Красиво, интересно, они растут, да? Да. И только, друзья, у них буквально... Ты зачем только слишком все равно? Чуть-чуть его пальчиком подцепил. Давай. Чуть-чуть пальчиком подцепил, и все. Она легко с ней убирает. А, у тебя еще там один выкопал. Видишь, они... Ребят, можно выкапывать их. Какие красивые. Да? Вот еще у тебя там. И сорвал. А, это маленький Вилмер. А он сам, он такой прям маленький-маленький. А-а-а. Давай-ка еще под кустиком внимательно посмотрим. Да. Ты тут, я тут. Может, так вот хоть к тем добавим, и будет жарешка. А здесь поле, друзья, идет такое поле. И там опять лес. Ну, везде тут лес вокруг. Не, у меня здесь нету. Хотя вот здесь бывало, вот этим кустом под одним можно было набрать, ну, не знаю, ну, штук там 40 грибов таких. То больше, наверное, даже. Чуть не полпакета. А вон вот еще, смотрите, где. И не заметишь его. Ага, его даже не заметишь. Вот он. О. Сморчок. Видишь, Миш, тут надо внимательно. Прям чуть-чуть, видишь, как... Да, только сейчас вот там еще кустики глянем. Только-только увидел, вылазит. Как он называется? Сморчковая шапочка. Он действительно как шапочка. Только-только вылазит. Все, смотри внимательно. А там он прячется весь. Смотри, мне здесь, а я вот тут вот. Смотрю. Встречается много можжевельника. Да. Там был вообще большой. Вот кустики. Кстати, можно было малышу тоже так вот выкопать, деревце посадить. Они большие вырастают. Такие выше ростом. Питомники, конечно, там декоративные, там красивые были. Геройные, такие стройные. Ну, грибок, а это... Не знаю, что.
сейчас. Миша говорит, давай к малышу съездим. Я говорю, давай сейчас. Пройдемся, говорю, и съездим к малышу. Покажу тебе там, какой мы можжевельник посадили. Там красивый-красивый. Надеюсь, его там не выкопали, Миш. Покажу. Сейчас ездим. Сейчас пройдемся сейчас за грибами с тобой. Может, найдем еще грибочку-то. Обошлись, Миша, наверное, уже 2 километра, наверное. Да. Туда прошли, далеко в лес. Тут все поляны обошли. Нигде ничего. И вот здесь вот идем. Я Миша говорю, вот я вижу гриб. А Миша говорит, 2. Я вот это заметил. Хотя бы что-то. Ну да, хоть что-то. Маленький совсем еще, вот только-только. А Миша, он тебе побольше. Вот 2. О. Да, совсем. Ну ладно, с теми добавим. Ну да, добавим. Будет нам. Рано, друзья, еще рановато. Еще немножко подождать надо. Сейчас еще тут поляну пройдем, к краю пройдем, может быть, там еще найдем. А вот где мы думали, где они обычно бывали, еще пока нет их. Мишаня нашел. Нашел? А где? А, о, доставай. Доставай. Красиво. Ну, небольшие, да, еще? 3. 3? Ну, ладно, ну, срывай, ладно. Ну, к тем добавим. Добавим к тем. Вот еще, Миш, вот он, ага. 3 грибочка, Мишаня говорит, вот он, говорит, есть. Да, небольшой. И я, друзья, красиво. Покажу эти пакеты, Миш, пока. Я первый, друзья, клеща. Думаю, надо, что я себя проверяю, все. Ну нет, я надеюсь, так, нет. Так, где он сидит? Вот он, друзья, смотрите. Жучок этот. Этот жучок, вот он. Фу, гад. Где он тут? Показать вам, друзья, этого гада. Ползучего, вон какой. Видите? Ползет себе вверх. Шибем его. Еще не шибается. Это у меня вот первый. За это время я такой, Миша, хожу, я все говорю, Миша, хорошо, говорю, клещей нет, ни одного не попадается. Мы всегда смотрим на штаны, на брюки, на одежду. Сейчас смотрю, он ползет, так что, видите, он потихоньку ползет. Не осмотрел бы я себя, он пополз бы дальше. Поэтому, и все равно, это еще не все, еще дома надо провериться. Так, Мишань, видишь, такие единичные, только-только растут. Да, они только начинают. Так что... Подождем еще, ребят. Через недельку, я думаю, придем сюда. Вот здесь надо посмотреть сморчок. Где тут сморчки бывали раньше. Если они, конечно, пошли. Саркоцифоли, друзья, светится красно. Как будто какая-то пробка от бутылки лежит, так вот думаешь. Даже не подумаешь, что это гриб. Вот ну, какая-то пробка. Да, смотрите, это уже у нас 3 гриба. Большая какая, это уже большая. Это, наверное, знаете, размер со что? Ну, со что это размер примерно, Миш? Сирашка, мы это, ну как ластик. Ластика, ну большая, большая. Сантиметров, чуть не 4 сантиметра в ней. Ну, в диаметре. Да, большая, большая. Красиво, самое главное. Красиво, она красивая такая. Как всегда, я говорю, Миша, вон вижу, говорю, один. И большой, говорю. А Миша говорит, да. И вон еще один. И все так находим. Ой. Тихонько, Миша, гнилушки-то не трогай лучше. С ними аккуратнее. Это Миша нашел. Такой махленький. У тебя небольшой, да? Да. А вот у меня, который я заметил издалека. Сказочный. Этот уже. Я даже ножки себе не доставал. О, это уже что-то. Большой. Такой. Так, Миша. Видишь? Тут же березка гнилая валяется. И здесь рядышком. Посмотрим еще, значит, здесь, в этом районе. Так вот, по грибочку. Ну вот еще Миша маленький нашел. Небольшой. Но мы его оставим на следующий раз. Да, правильно, сейчас оставим, пусть растет. Пусть там вот где-то, видишь, по краю еще попадаются. Особо-то грибов много-то не... пока еще рановато. Пойдемся на дорогу? Да, да, Мишенька нашел. Смотрите, вот они один. Вот раз, они а прямо вот только-только. Они что интересно, видишь? Они нормальные, хорошие. Их помыть и они больше крупнее-то не... Да, вот это, конечно, совсем маленькие. Вот. Ты 2 только нашел, да, и все? Ну, пока 2. Тут еще листья, их тяжело заметить бывает. Вот, только-только они здесь еще идут. Еще здесь их немного. Во, ребят, смотрите, какой. Опа. Красавец. Красавец. Они такие под листочками, ничего их не видно. Это я тут еще, Миш, видел. Это я говорил, тут еще один вижу. А вот он, наверное. Наверное, вот этот. Видите, прямо... Иди. На одном месте походи. Сморчок. Поглядеться надо. Да, посмотри внимательно еще. Торопись, Миш, может, еще увидишь. Так маленько-маленько и наберем мамки. Мамки покушать. Мамка любит их. Ну, они вкусные, что тут говорить. Прям, Миш, надо еле-еле идти. Видел? Да. Еле-еле идешь, вон они.
Прямо с трудом. Ты еще нашел? А, ты еще? Нет, показалось. А, показалось. А вот он еще меж. Вот, видите, прямо промеж палочек вот здесь. Вот они. Надо потихонечку. Первые грибы побудут сейчас месяцок, и все. И забудь про них до следующего года. Вот еще один. Да. Вот еще один. Ну, там пойдут другие грибы. Мне нравится, что у грибов, Миш, в течение года разнообразие. Ну да, сначала эти, потом маслята, потом поберем. Все, сыроежки и разные. И главное, что интересно, Миш, знаешь что? Чего? Как будто специально для людей, чтобы человек не скучал, чтобы занимался. Специально ему разнообразие. Вкусные грибы. Были бы они целый год, представляешь, вот каждый год, целый год одни эти грибы. Они надоели, правильно? Правильно. Раз, два, три раза сходишь, скажешь, все, не хочу больше никаких грибов, пусть растут. А когда идут потом сыроежки, потом маслята, подберезовики, подосиновики, белые, становится все интереснее, интереснее. И так вот лето проходит. Смотри, орех кто-то грызный, белка. Орех. Орех разгрызанный, о. Фундук какой-то. И вон, фун, нет, этот фундук, он и есть. Говорю, ну, лесной орех. Да. Так, по грибочку мы с собой собираем по чуть-чуть. Ну да. Где-то, ох, ох. Смотри, друзья. А Миша говорит, так иди потихоньку. Смотри, да какие они красивые, ребят, смотрите. Вот главное, посмотрите. Такие большие. Вы видите что-нибудь здесь? Вот так, казалось бы, и не увидишь просто ничего. Это, ну, смотрите. Да. Приглядываемся, приглядываемся. Махинация жизни какая-то. Да, ребят, смотрите. Прямо прятались. И вот такие уже не маленькие. Хорошие, да, эти уже это все. Уже хорошие. Где тут еще, Миша, вот. Тебе? Вот, вот еще один. Вот. Вот какие, смотрите, друзья. Вот это да, это такие уже, да. Ну, типа, зрелые. Солидные. Да. Их подломал так раз и все. Ножка там. Конечно, песок есть, вот грязь, земля, вернее. Дома ну, отмоется. Можно помыть, вообще-то, да. Можно замочить, кто-то говорил, просто залейте водой, их постоять. Они, да, можно так сделать. Они постоят. А Миша, а вот смотри. Еще? Я прошел, походу, и ногой я здесь шел. И ногой шип его. Они даже не видны, друзья. Видите, как? Вон, сразу какая грудь. Ну, такие уже нормальные. Те маленькие, эти прям само то, их размер. Конечно, самый-самый их размер. Дай пакет, Мишаня, открывай. Давай. Это да. И заметишь так, да? Да. Все равно мы с тобой с грибами, Мишань. Ну да, на жарёшку уже. Жарёшку уже есть, а там еще что-то та в холодильнике тарелка стоит. Вот там вообще у нас уже, считай. Отлично. Да, мы еще так прогуляться. Так, вот больше не видно. Так вот через поляночка и все. Так что можно найти, если захотеть. Постараться, да, Мишань? Да. Вот такая, друзья, у нас красота, посмотрите. Это то, что я сумел с пакета достать. Там еще в пакете. Так что красота, ребят. Угу. Ну что, друзья, все равно не пустые. Ну, с грибами. Да, маленькие набрали. Сейчас малыша еще наведаем. Вот здесь можем посмотреть, что красивое место. В принципе, да, но уже все равно. Так, здесь не было никогда. Ну, обычно не было, да, мы раньше смотрели. Да, пойдите, друзья, еще к малыша наведаем. Ну, а кто не знает малыша, я вам сейчас наведаю малыша и в конце сделаю небольшое полминутное видео с малышом, нарезочек. Посмотрите. Кто-то, может, не помнит, не знает, кто-то из новых подписчиков. Поедемте дальше. А что у нас здесь с соком? Смотрите, насколько отошла она от этого стены. И все равно капает. Капает. И все равно капает, друзья, смотрите. Ну, плохо капает, потому что... Видите как? Я палочками укрепил, а ветер сильный. Ну, попить нам зубы хватит, Мишань, смотри. Глоточку, да. Какой он желтый прямо. Ты что, я первый? Ну, да. Угу. Вкусный он. Уже не такой ледяной, как тогда был. Такой прямо насыщенный, да? Не как вода в тот раз, а такой прям насыщенный, да? Да, прям сок береза. Ну, да. Не сладкий, но такой. Да, пей-пей, витаминчики. И не холодный, главное. А сейчас чопик вобьем, бутылку заберем. Ну как наш ютубер здесь? И снег растаял. Не, еще есть даже, кстати, здесь. Снежинка, дай чуть-чуть. Ютубер, привет наш, малыш. Да, привет, малыш. Вот такой, Миш, мы с мамкой купили. Видишь, какая ну, красивая. Да, можжевельник. Ну, он такой декоративный, он очень красивый. Он разрастется, потом будет целая поляна. Вот такая вот здесь могилочка. Ну, я тут понятно что людям, что это. Кто-то мне писал, говорил, что вот, Алексей, нельзя так ставить вроде, если так каждый будет ставить, хоронить. Ну, и каждый, я думаю, не будет. И я бы так не хоронил, если бы у меня малыш другой был. Просто я его здесь нашел, на этом месте. Прожил со мной 2 с чем-то года.
Где-то ему 3 года было, как он. Где-то 3 что почти. С ним, да, что с ним случилось? От клеща он умер или отравился. Но факт то, что он уже на радуге. Поэтому похоронил я его на этом же месте. И тогда будем навещать его, когда будем в лес ехать по грибочке, по ягоды. Ну все, друзья, на этом, в принципе, все. А вы посмотрите сейчас мы немножко видео, небольшую нарезочку про малыша. Кто-то, может быть, не помнит малыша нашего, красавчика. Ну все, всем пока. До скорой встречи. Поедем, Мишань? Погнали. А карпишек, знаешь, какая рыбалка? Карпишек. Да знаю, конечно, ничего. Я много видосов смотрел по Ютубу. Это вот, смотри. Забросили 3 удочки. Малыш рядышком. Потом берешь так, ложишься. Карпишек называется, ребят. И ложись, малыш, не мешай, я буду баиньки. Опа, все. Баиньки, баиньки. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, мы спим. Это карпишек называется. Ай, ждем карпа. За ухо, гад. За ухо. Если порядок. Верни мою шкепку. Посидим, да, малыш? Да, фью. Ты че я такая потерялась, а? Ты че я? Ой, ты маленькая. Смотрите, ребят, ко мне в машину прям прыгнула. Ну что с тобой? Эх ты, бедняжка, ты потерялась. Со мной сегодня в лес приехал вот такой шарик. Вернее, не приехал, вы видели, я его прямо встретил. Ой, ты мой хороший, он меня аж обнимает, ребят. Аж обнимает. Ух ты мой сладкий, ух ты мой сладкий, ух ты мой красавец, ребят. Пойдем сейчас за грибами с этим шариком. Ох ты, бедняк, ух ты, соскучился. Вот так вот, ребят. Даже жалко его бросать, придется забрать его. Ну ладно, успокойся, я верю. Приехал, ребят, время уже 5 вечера. Приехал по грибочке. Успокойся, пойдем искать грибы. Время уже 5 вечера, у меня есть где-то 1-2 часа от силы поискать грибочки. Хочу белых поискать. Вернее, приехал. Ладно, пойдемте, дорогой все расскажу, а то не дает. Пойдем искать грибы. Пойдем.